Неоднократная чемпионка мира по тайскому боксу, лучшая спортсменка чемпионата мира в Таиланде, чемпионка Европы, многократная чемпионка Белоруссии. Екатерина Вандарьева – грозный и бескомпромиссный противник на ринге. А в жизни, как оказалось, человек открытый, добрый, веселый и отзывчивый. В тайский бокс я пришла в 16 лет. Тогда, наверное, моей мотивацией было это поступление в Академию МВД. Насмотрела сериалов «Проследователей». Очень хотелось туда поступить, а как бы боевые искусства давали хорошую характеристику для поступления. Вот и пришла. Но на самом деле, когда вот только перешагнула порог своего клуба, увидела всех этих чемпионов мира, наших красивых мальчиков, таких хороших, я думаю, не, пока я сама не стану чемпионкой мира, не успокоюсь. Но даже став чемпионкой мира трижды, Катя на достигнутом не останавливается. Продолжает расти и совершенствоваться. До прихода в тайский бокс Вандарьева занималась волейболом, легкой атлетикой, самообороной, окончила школу хореографии. Однако именно на ринге, говорит девушка, она чувствует себя как в своей тарелке. Я очень хорошо чувствую себя в ринге. Мне кажется, что это моя территория, когда я вхожу в эти четыре стены, в эти канаты. Ну, я себя отлично чувствую. Здесь можно проявить свою силу воли. И именно здесь ты доказываешь, что ты действительно сильнейший. Ты можешь самоутверждаться таким образом, побеждая на ринге. Это просто неимоверные чувства, когда ты выигрываешь. Особенно, когда, можно сказать, на чемпионатах мира над тобой звучит гимн твоей страны. Достижения Екатерины подтверждают многочисленные награды и медали. А вот этот кубок, говорит Вандарьева, особенно ей дорог. Ведь такой есть всего у трех спортсменок в мире. Это кубок, на самом деле, это очень-очень дорогая мне вещь, самая дорогая, очень большим трудом досталась. Это кубок за лучшую спортсменку чемпионата мира. Почему дорогая? Потому что одно дело стать чемпионкой мира, это уже кажется здорово, но совершенно другое, когда тебя признают лучшей из лучших. И когда мне присудили этот титул, у меня просто была эйфория. Это было такое счастье, когда тебя награждали на день рождения короля Таиланда при его дворце, член его семьи даже награждал, где было просто, казалось, миллионы людей вокруг. Это было просто незабываемо, что мой труд и что мою технику, силу воли оценили как лучшую в мире. Тем более по такой самой престижной версии ИФМА. Тайский бокс считается одним из самых жестких и кровавых видов спорта. Екатерина же уверена, красота и единоборство – понятия неделимые. И на своем примере это постоянно доказывает. Девушка называет первой красавицей тайского бокса белорусской Барби. Однако, оставаясь в жизни милой и женственной, Катя в обиду себя никогда не дает. На меня в подъезде напал маньяк, начал душить. И это было очень страшно. Я когда отбилась, я только помню, как он упал, когда я его пару раз ударила. Я ушла, и после этого у меня сразу слезы, кажется, такая сильная, но в то же время мне тогда было совсем не до шуток. Я понимала серьезность этого дела, и что если бы я не занималась этим видом спорта, то что я бы себя не смогла, наверное, защитить. А совсем недавно на 7-м международном турнире по кикбоксингу в Москве Вандарьева совершила неординарный поступок. Вышла на ринг, как на подиум, на каблуках. И одержала уверенную победу над словацкой чемпионкой Михаэлой Бончаковой. Это было сделано вовсе не ради эпатажа или славы, смеется девушка. Это была целиком моя идея. Просто и таким образом я хотела показать, что вне ринга я девушка и тоже хорошо хожу на каблуках. Я такая, как все, такая милая, можно сказать, женственная в какой-то степени. Но как только вхожу в ринг, я снимаю каблуки, и я становлюсь совершенно другим человеком, спортсменом, можно сказать, с какой-то долей жестокости, как кто-то скажет. Ну, я не сказала, что это жестокость. Скорее, это применение техники, борьба с самой собой, но своей усталостью. Вандарьева родилась в обычной неспортивной семье. Мама Татьяна Михайловна – госслужащая, папа Виктор Николаевич – частный предприниматель. Увлечение дочери они сразу всерьез не восприняли, но никогда не препятствовали, всегда поддерживая и понимая. Со стороны путь девушки может показаться легким и безоблачным, но это не совсем так. Спортивная карьера – всегда большой труд, но преграды Кати упрямого козерога по гороскопу никогда не останавливали. Профессиональный спорт, он всегда очень-очень тяжелый, это много приходится себя преодолевать. У меня бывали даже такие моменты, что что-то не получалось в ринге. Я бросала просто перчатки на ринг, быстренько бежала в раздевалку, чтобы никто не видел. И у меня аж слезы текли от обиды, что у меня что-то не получается, как бы, или что так тяжело. Но проходило время, и я понимала, ради чего я это все делаю, что надо двигаться дальше, надо себя преодолевать, ну, не проявлять слабость, поэтому шла дальше.
Сейчас Екатерина заканчивает Белорусский государственный университет физической культуры по специальности менеджмент в спорте и туризме. Девушка признается, что ринг покидать в ближайшее время, конечно, не собирается. Однако готова это сделать ради интересной работы или семьи. Скоро ли собирается юная спортсменка обзаводиться семьей, вопрос. Что же касается личной жизни, Катя поделилась своими секретами. Он не спортсмен, я как-то к профессиональным спортсменам вообще осторожно отношусь, потому что они у нас все такие самолюбивые парни. Слава богу, на данный момент на личном у меня все отлично. Да, много, конечно, есть таких настойчивых граждан, которых приходится даже спасаться, бывает. Но в целом меня парень бережет, он меня понимает, он не ревнует даже. Ну, по крайней мере, не показывает это. Поэтому мне повезло в этом случае. Он меня поддерживает просто во всем. В свободное время Екатерина, как и любая другая девушка, любит отдыхать с друзьями, путешествовать, смотреть кино, посещать театры и концерты. Ее главные принципы в жизни – каждый человек должен всегда идти вперед, стремиться к идеалу, как бы тяжело ни было, и не зацикливаться на чем-то одном. Очень большое удовольствие доставляет победы. Я знаю, что какие бы трудности ни вставали на моем пути, я все преодолею. Я знаю, что, любая мечта может сбыться. Главное идти к ней, добиваться, чтобы...